Всю красоту местной природы можно увидеть на выставке «Ноты души», которая проходит в Литературном музее. Выставка приурочена к 70-летию Маргаушского района. В августе прошлого года Союз чувашских художников организовал творческую командировку по живописным местам Маргаушского района Чувашии. Местные знатоки выбрали для пленэра знаковые объекты. В итоге была сформирована целая галерея живописных этюдов. Выставка стала передвижной и уже экспонировалась в галерее «Серебряный век» и в музее села Маргауши. Работа связана с историческими местами. Тут в Ильинке сам Гузовский посадил деревья. Кедры сосновые, лиственницы. Наши художники успели запечатлеть. Вот старейшина чувашских дубрав тут показана. Водопад. Первый водопад у нас в Чувашии. Мы и там успели побывать. Особый природный ландшафт дает художникам немало творческих идей. Вековые дубовые рощи, знаменитые овраги, маленькие речушки – это и есть часть родной земли. Ближайшие планы, опять же, лето и опять же пленэры, и может быть не один пленэр. Ну, пленэр – это приятно, это хорошо, это когда можно работать на природе, когда вдохновение. Художники уже выбирают новые маршруты, чтобы вновь окунуться в творчество. Новые открытия нас ждут уже этой осенью, когда будет готова очередная экспозиция. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.